Приветствую всех, уважаемые подписчики. Так, матч на НХЛ на 26 февраля. Матч моих любимых команд Монреаль и Ванкувер. Так, подопечный Клод Жульен. Так, вышли вроде бы из кризиса в последних матчах. Из 5 матчей последние смогли обыграть Оттаву в овертайме. И вроде бы все сейчас у них идет на лад. Ванкувер же смог удивить и обыграть Бостон на своем поле со счетом 9-3. Считаю, что Монреаль в этом матче не проиграет. Фора Монреаля 0. Так, с кэфом 1.8, либо тотал 5.5 с кэфом 1.74. В очных встречах эти команды довольно-таки хорошо играют. И в последних матчах и те, и другие довольно-таки много пропускают. Поэтому считаю, что даже тотал 5.5 пройдет. Со счетом с кэфом 1.74. Так, всем спасибо, всем удачи. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Всего доброго.